Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о важном очень теме. Прошу вас поделиться этим видео, нажать лайк. Вон, видите, там вот вам указатель, что надо сделать. Нажать на лайк, шернуть видео, прокомментировать. Конечно, подписаться на канал. У нас уже 362 тысячи. Давайте, чтобы нас было больше, чтобы мы продвигали очень важные инициативы, об одной из которых я сейчас расскажу. Итак, вы знаете про нашу сеть Гончаренко Центров. Я считаю, что это наша с вами общая сеть, потому что вы помогаете информировать о ней, я рассказываю вам, и многие из вас приходят, участвуют и как-то помогают. И многие пишут, а как помочь? Друзья, вот сейчас я вам расскажу, что можно сделать. Итак, наша сеть работает. Буквально вот в пятницу я открыл 21-й Гончаренко-центр в Чернигове. И скажу вам, там просто восторг. Дети и взрослые уже записываются, чтобы бесплатно учить английский язык, финансовую грамотность, цифровую безопасность, другие языки. В общем, люди ждут и хотят заниматься, учиться и проводить культурные мероприятия. У нас и концерты, и выставки, и презентация книжек, и Сергей Жидан, и Александр Ирванец. Такую культурно-образовательную жизнь в небольших городах мы продвигаем, что очень важно. Вы знаете, что в больших городах возможностей много, а вот в небольших не так много. И отдельная для нас была очень важная тема – это Донбасс. Вы знаете, я много времени уделяю Донбассу здесь, на своем канале, и регулярно туда езжу. И, конечно, мы хотели, чтобы эти центры заработали и на Донбассе, потому что мы думали, что спрос на украинское, на Украину, на качественное образование и культуру там огромный. Друзья, оказалось, что он даже еще больше, чем огромный, он колоссальный. Мы открыли 3 центра в Лимане, в Краматорске и в Константиновке. И эти центры работают просто замечательно. Тысячи людей уже прошли, посещают курсы английского, украинского языка. Там много очень интересного происходит, и это здорово. И вот сейчас пришел момент, когда и вы можете помочь и поддержать. И именно на Донбассе это особенно важно, чтобы показать оккупированной части Донбасса и не дать возможность российской пропаганде рассказывать, вот смотрите, как плохо на украинском Донбассе. Наоборот, украинский Донбасс развивается, и наша с вами цель сделать в это свой вклад. Итак, о чем речь? В Краматорске у нас уже 7 месяцев работает центр, он был нашим 2-м центром на Донбассе, и открыли мы его в партнерстве с Центральной детской библиотекой имени Пушкина. Я очень благодарен нашим партнерам, замечательной этой библиотеке и ее коллективу за совместную работу. И сегодня мы хотим расширить там работу, усилить ее. Там и так очень все идет хорошо, и так настолько хорошо, что там есть необходимость в еще одном администраторе, человеке, который будет помогать центру функционировать. Мы нашли замечательную Алену Мерешко. Это девушка из Донецка, которая переехала, но не захотела уезжать с родного Донбасса, а захотела его развивать и жить на украинском Донбассе. И приближать момент, когда она вернется домой, приближать своей работой. И сегодня нам необходимо для того, чтобы Алену привлечь к постоянной работе в центре, нам необходимо 4000 гривен в месяц. На полставки, чтобы ей выплачивать хотя бы полставки. Уж поверьте, она там будет работать по полной. Мы сейчас, я хочу обратиться к вам, чтобы мы вместе собрали эти средства. Смотрите, это же там 40 человек по 100 гривен в месяц. И не так на самом деле много, а это очень правильное и хорошее дело для образования, для культуры, для украинского Донбасса. Давайте вместе это сделаем. Кто-то может отправить ежемесячно подписаться и что-то отправлять нам. Кто-то может одноразово отправить какую-то сумму. Если вы каким-то другим способом можете помочь, или вас интересует помощь другим конкретным центрам в других конкретных городах, или, может быть, вы хотите стать партнером, и чтобы мы в вашем городе открыли центр, пожалуйста, тоже пишите. Мы каждому такому обращению рады. И каждой помощи, поверьте, это просто на вес золота. Нам там женщина в Киеве передала книжки, а это для меня не менее важно, чем наши большие партнеры, которые существенно помогают проекту финансово.
Ну, поверьте, каждая. И вот 100 гривен и 200 гривен от кого-то, кто, для кого эта сумма важна, для меня это, ну, просто огромное имеет значение. И для всей нашей команды, и для тысяч людей, которые сегодня ходят в Гончаренко-центры. И там все абсолютно бесплатно. Это наш принцип, вы знаете. Потому что кто-то может себе позволить нанять учителя, педагога и пойти на платные курсы, а кто-то нет. А наша с вами задача – дать такие возможности всем. Друзья, я верю, что вместе с вами мы это сделаем. В описании к видео все написано, как вы можете присоединиться. Вот мы буквально недавно провели в наших центрах на Донбассе большой женский форум «Вдохновляйся и действуй». И действительно, вот вдохновляйся и действуй. Можно менять жизнь не только в больших городах, но и в небольшой прифронтовой Константиновке. Будучи неравнодушным человеком и занимаясь, можно многое очень сделать. И я уверен, что вместе с вами мы сделаем еще больше. Друзья, держим строй и слава Украине! И спасибо каждому из вас!